и поехали на работу. Длинные пробки и новые маршруты – это тот случай, когда с понедельника начинается новая жизнь. Мост на Новом рынке полностью закрыт во все стороны. Ежедневно по мосту на Новом рынке проезжали тысячи машин. И первое, что хочется отметить, теперь здесь стало непривычно тихо. Зато мы можем увидеть, куда ушел весь трафик. Накануне рабочие начали разбирать мост. Отсюда уже убрали семейство лебедей, которым сейчас ищут новое место жительства. И вот прямо сейчас на наших глазах начался демонтаж трамвайного полотна. А это значит, что с этого дня трамваи по маршрутам номер 1 и номер 4 идут по измененному маршруту через разворотное кольцо на Новом рынке. Также сегодня на некоторых троллейбусах и трамваях начал действовать пересадочный тариф. Пока барнаульцы только вникают в новые схемы проезда, особенно сложности возникают у людей старшего поколения. Куда вот идти? Я не знаю куда. Обещали единицу сегодня запустить. Вот иду на единицу, если нет, то пойду до площади Октября. Да я если разберусь, тут же забуду. После ковида у меня как-то это. Вот идешь, спрашиваешь, здесь вот мужчина мне подсказал. То же самое касается и водителей личного транспорта. Надо понимать, что, наверное, первый рабочий день, не все сориентировались, кто-то невнимателен. Я думаю, что до настройка будет происходить притирка еще в течение этой недели. И ситуация должна значительно улучшиться. У нас 8 экипажей ГИБДД работают на самых осложненных участках. Самое напряженное, это, наверное, у нас, так как под мостом очень узко, это Калинина-Цеховая и Калинина-Кулагина. Если дать оценку, я думаю, удовлетворительно. Город не стоял, двигался. Мы ожидали, что будет, может быть, и хуже. Пока на мосту идет демонтаж, рабочие полностью обустроили пешеходный переход. От пионеров до дома быта установлены лавочки, урны, освещение. Пешеходный переход, те виды работ, которые было необходимо сделать по предварительному согласованию, мы работы закончили, кроме перехода через Кулагина. Там нас держит Горэлектротранс. Как только он свои рельсы разберет, мы, соответственно, доасфальтируем участок перехода через Кулагина. Здесь вот в районе ТЦ «Пионер» еще дополнительно пандус сделаем для колясок, для велосипедов. Также до конца июня планируется запустить второе разворотное трамвайное кольцо у дома быта. Напомним, в таком режиме город будет жить до конца осени 2023 года. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.